Всем привет, с вами Гном, и это видео открывает новую серию видео на моем канале. Серия называется «Задачки по Хардстоуну». Наверняка вы уже видели такие в виде картинок, но я хотел бы их сделать немного более живыми. Так, вот перед вами одна из этих задачек, она будет первая в нашей серии. За Рогу играем мы, за Мага играет наш оппонент. Наша задача – убить оппонента. Что вообще означает убить оппонента? Это означает, что мы должны убить его либо в свой ход, либо оппонент должен умереть в самом начале своего хода, прежде чем он сможет предпринять какие-то действия. Вот здесь описаны условия. У нас в деке хоть и визуально есть карты, на самом деле их ровно 0, и следующий фатик будет 1. У оппонента в деке 4 карты. Вот карты, которые есть в нашей руке. Ну, я думаю, все более-менее видны и понятно. У нас есть 10 маны плюс монетка. Это вот наши условия. Наша задача — сделать так, чтобы оппонент умер до того, как сможет что-то предпринять и как-то защититься. Я дам вам некоторое время на раздумие, а после этого начну рассказывать, как решается эта задача. Ну что, прошло 30 секунд, на самом деле это довольно мало для решения задачи, и если вы не успели справиться, а это скорее всего, просто поставьте видео на паузу до тех пор, пока не решите, либо пока не сдадитесь, потому что сейчас я начну объяснять, как она решается. Итак, у нас есть 10 маны плюс монетка, давайте вот здесь запишем. Я впервые использую свой графический планшет, поэтому вы увидите просто невероятные чудеса графики. Так, у нас 10 маны плюс монетка, запишем, что у нас есть 11 маны здесь. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь у нас есть Sinister Strike, коварный удар, вот я выделил галочкой, наносит 3 дамага в лицо оппоненту, но так как у нас на столе есть Алекс! Но так как у нас на столе есть Кобальт, то он наносит 4 дамага, мы юзаем его в лицо оппоненту, у оппонента остается 4 хп, и у нас остается 10 маны. Далее, мы юзаем Shift, вот этот Shift, юзаем его вот сюда. Там-то Shift наносит 1 дамаг, но так как у нас есть Кобальт со спелл дэмэджем, то Shift наносит 2 дамага и убивает паука. Паук при смерти забирает Кобальта нам в руку, то есть у нас стол очищается. Здесь ничего нет, мы потеряли еще 2 маны, осталось 8. Да, кстати, когда мы юзнули Shift, у нас в деке 0 карт, мы получили 1 фатик, и у нас осталось не 3 хп, а 2. Далее, мы идем лицом вот сюда, существо 1-1, мы его убиваем, у нас становится 1 хп. Существо тоже умирает. На столе остается одна только Сильвана. Что мы делаем далее? У нас есть Doomsayer, который стоит 2 маны. Мы его выставляем на стол. Это стоит еще 2 маны, у нас остается 6. И мы юзаем саботаж или диверсию. За 4 маны убейте рандомное существо противника. Вот он. Так как существо у противника всего одно, Сильвана умирает именно она. У нас остается 2 маны. Сильвана умирает и забирает нашего Вестника Рока, который стоит на столе. И так получается, стол пустой, только у оппонента есть Вестник Рока. У нас осталось 2 маны. На эти 2 маны мы выставляем 2 Лепрогномов. Они просто стоят на столе, у оппонента 4 хп. Мы передаем ход. В самом начале хода оппонента сворованный Вестник Рока умирает, убивает обоих наших Лепрогномов, и они наносят ровно 4 хп, которые у него остались, и он умирает до того, как может каким-либо образом защититься. Таким образом решается эта задача. Если вам нравится такая рубрика, напишите об этом в комментариях, нравится, не нравится, что вы вообще об этом думаете, может у вас есть интересные задачи, и я буду выкладывать их регулярно. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, и всем пока.